Ехали на заправку Роснефть, вот даже подсолнух тут похоже. И вот такой вот обед 200 рублей вышел нам. Тут борщ, картошка, все дела. 92-й сколько стоит? Если в рублях? Рублей 50 копеек. 50 рублей просто. 50 рублей, да. А 95-й? 95-й 53-50. 53-50. Дорого. Дороже, чем в Крыму. Квартиру на букинге. Почему? Потому что они все выше 9,5 здесь. Ну, по оценкам, квартиры. Вот у нас, получается, мы сняли двухкомнатную квартиру, 70 квадратов. Посмотрите, какая большая кухня. Здесь вот балкон. Вот. Здесь такой вот балкончик. Вот. Тут такая большая прихожая. Туалетная комната. Не маленькая. Ванная. Так, и тут половичок уже. Биде, раковина, ребенок. Посмотрите, какая здесь спальня. Очень красиво. Аккуратно, там тоже маленький балкончик, но это еще не все. Здесь еще есть огромный просто зал. И это все 2000 рублей. Здесь тоже есть выход на балкон, на этот же самый. Я в шоке, честно скажу. И вот вы не поверите, какая здесь чистота. Я просто не могу описать, насколько белорусы чистоплотные люди. Как они вообще это делают? Вот это просто, это съемная квартира. Посмотрите на санузлы. Вот все блестит просто, вот все сверкает. Это я уже Мию здесь мыла, поэтому тут уже забрызгано. Вот прям вообще не брезгливо, ни секунды, несмотря на то, что с ребенком, вот ни секунды не брезгливо находиться в съемной квартире посуточно. Вот вообще, как они это делают, я не знаю. Не могу объяснить, но Брест — это вот такой стиль, киосочки стоят на остановочках. Нет никакой вообще кричащей «Ау! Ау!» кричащая реклама. Бесконечные баннера, телевизоры, что-то мигающее ярко, где это все? Настолько здесь все аккуратно, красиво, спокойно и так просторно здесь дышать. Я вот просто не могу передать. Мы сюда ехали 8 часов, и я не чувствую вообще ни капельки усталости. Вот этот вот простор, вот эта свежесть, вот эта аккуратность, она как-то вот заряжает на позитивные эмоции. Посмотрите, как выглядит красная линия. То есть это все магазины, и вот даже модная лавка, рыбалка. И все это, ну... аккуратно. Концепция дома не изменена из-за вывесок. Смотрите, идем вдоль дома. Где? Где, я спрашиваю, бесконечные следы от жвачек? Где объявления, которые оставляют ужасные следы на дверях, на стенах, на деревьях? У нас даже, кстати, на деревьях. А, у нас сейчас столбы обклеивают объявлениями. Но то в Крыму, конечно. В России с этим уже борются давно, но не очень успешно в некоторых городах. Но здесь вот просто все чисто. Ни одного объявления, ни на кого. Вот эти вот штуки уже точно было бы вот здесь обклеено у нас. В Крыму однозначно. А тут нормально все. Тут какой-то стол, инсталляция. Вообще на самом деле Бресту в этом году исполняется 1000 лет. Будут отмечать осенью. И поэтому город особенно приводит в порядок. Ну, мне нам сказали, что вот установили инсталляции в парке. Ну, и много чего делают, так что вообще классно. Смотрите, как это все выглядит. Ткани, где-то там галантерея. Такое ощущение, как будто я вернулась в детство. Вот прям реально, вот машина времени здесь в действии. И все оно такое свеженькое, хрустященькое, как я говорю. Вот посмотрите на этот стиль. Стиль 3D-кинотеатр «Беларусь». Это просто вот... Я не могу объяснить, у меня прям до слез на глазах, насколько Беларусь вот просто аутентично, хочется сказать. И знаете, в чем фишка? У нас многие города там что-то строят, что-то новое, еще что-то, а здесь они умудрились сохранить, понимаете, в классном виде, ухоженно сохранить то, что было построено давно, и строят все в таком же стиле. Это не передать просто словами. У этой страны есть свой стиль, а у Бреста тем более есть свой стиль. И вот просто сплошное удовольствие,
ходить и гулять здесь. И горный клуб, как я уже говорила, в Беларуси разрешены и горные заведения. Утро нового дня, и как думаете, если я в Бресте, то какую достопримечательность я здесь буду смотреть? Правильно, Брестская крепость. У нее такая огромная история, и мне кажется... Смотрите, что это? Это просто огромная голова. Ой, вот это да. Стоит экскурсия 6 рублей на взрослого вроде бы. Но сейчас уточним. Смотрите, серп и молот наверху. И мы ищем кассу. Вот они, города-герои. И здесь тоже помнят про те города, которые очень пострадали в этой войне. И вот с этой стороны это вызывает грусть, несмотря на солнечный день. Тот большой музей сегодня, понедельник, не работает, но сказали, два современных, которые буквально вот открылись в 2014 году, еще работают в понедельник. Летопись Брестской крепости. И здесь даже нужно скачивать приложение. Что-то интересное. 3D-модели какие-то. Я, как обычно, не буду рассказывать всю экскурсию. Но действительно впечатляет. И вот этот человек участвовал в обороне Севастополя. Так что наши истории настолько связаны, что мы иногда даже и представить себе не можем. Вот видите, Татлебин, фигура за столом. При обороне Севастополя в 854-55 годах. Выбор принятия решений. Оставаться в крепости и продолжать борьбу, ожидая подхода Красной Армии, или, надеясь на собственные силы, пытаться прорваться из крепости. Я спрашиваюсь. Спрашиваю, люди говорят, обязательно, что надо обязательно съездить, нам понравится. На самом деле здесь 3 музея, и вот этот вот прям вообще такой стиль. Современный, пресовременный. И он интерактивный. Вот, видите, в 2012-2014 году сделан. И музей называется «Музей войны. Территория мира». Здесь везде можно скачать аудиогид, но, к сожалению, Wi-Fi нет и интернет слабый. Но экскурсовода мы тоже не брали, потому что сегодня понедельник, группы особо нет. Так как нет у нас экскурсовода, мы взяли аудиогид. И вот сейчас нажали 4 трехарочные ворота, и вот он нам сейчас будет рассказывать. Слышно только мне, поэтому никому я не мешаю. Прикольно. Мама. Проснулась я от страшного грохота. Огонь, дым, земля и небо. Все смешалось в один непрерывный гул. Ничего не соображая, подняла голову от подушки. Еще в полусне пытаюсь застегнуть ворот гимнастерки. Сейчас вышли немножко уже за крепость, и тут такое ощущение, прям парка, люди бегают. И знаете, я в 2000 километрах от Севастополя, и наши истории переплетаются. Я вроде бы в другой стране, но у нас общая история. И вот этот памятник, вот этот музей, он настолько интересный. Видно, что люди вот прям вот работали над ним, вот прям вот с вдохновением большим. Да. Хотя я не видела ни одного музея, где бы работали люди, равнодушные к своему делу, кстати, вот на самом деле, серьезно. И если вы думаете поехать в Брест, на Брестскую крепость, то это того стоит. Мне жалко, что Миечка такая маленькая еще, и она не поняла ничего из того, что увидела, да?
Да, но надо будет вернуться сюда снова. Мы должны помнить нашу историю. Я, конечно, понимаю, что в большинстве своем это памятник войне, но мы должны помнить, чтобы не повторилось. Вот, мы должны видеть, как люди мучились. Мы должны видеть, что война это страшно, что война это смерть, что это того не стоит, что мы должны жить в мире. И в последнее время ведется какая-то подмена понятий в плане Второй мировой войны, в плане вообще, в плане нашей обороны, в плане нашей сплоченности, наших народов, и это вообще печально. И вот именно здесь, в Брестской крепости, мне что понравилось, то, что сюда водят студентов, сюда водят школьников, чтобы люди помнили. Вот это очень важно в наше время, это очень важно, помнить свою историю, помнить, что война это плохо, и просто помнить, что мир важнее всего. На самом деле еще очень много интересного осталось за кадром, то есть то, что я показываю, это ну мелочь, ну, то есть эту экскурсию обязательно нужно посетить. Если у вас есть возможность путешествовать, то обязательно вот Брест, Брестская крепость. Но не сравнится наша история ни с одним из заморских курортов, правда. Вот это надо здесь вот побывать, это нужно прожить, это нужно пережить, это нужно прочувствовать. Просто нет слов. Ну вот и все, друзья, с душой из Бреста. С вами была Алена Бордовская. Надеюсь, вам понравился Брест. Надеюсь, вам понравилась Беларусь. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Всем пока!